Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я вам расскажу про орех, в частности, вот эти два гибрида, о которых я уже в своих видео рассказывал. Сегодня у нас 23 сентября, и он начал уже отдавать свой урожай 2020 года. Частично я его уже собрал, часть урожая, какое-то количество орехов было уже лежало на земле, а часть еще висит. Ну, вот постепенно с вчерашнего числа я снимал видео вчера соседнего ореха, это гибрид, ставлю название гибрида в это видео, вы сейчас увидите. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим, как он дружно отдает урожай. Прирост этого года тоже достаточно большой, дерево выросло вверх, и я думаю, что в следующем году, наверное, у меня руки все-таки дойдут до этого дерева, и я его сформирую уже как дерево, а не как куст, потому что до этого все 5 лет, это 6-й год. В прошлом году на так это 14 да, 6-й год, в прошлом году на 5-й год она начала плодоносить, это 2-й год плодоношения. Что еще можно добавить? Ну, вот эти нижние ветки сформированные, скелетные, их надо убирать, конечно, чтобы дерево пошло наверх. 22 сентября 2020 года грецкий орех начал тихонечко уже созревать. Лопаются околоплодники, и орешки попадают на землю. Вот это я собрал уже с земли. Вот такие вот красавцы разного размера. Отличаются друг от друга. Там внутри у нас что такое, тоже вот начинает трескаться. Здесь вот начинает тоже. Вот. В этом году заметил особенность у орехов, в прошлом году такого не было, чтобы вот так вот гнил и ну, так портился орех. Вот здесь это явно видно, сейчас продемонстрирую. Вот связка орехов, да, и здесь рядышком гнилой прям. Таких достаточно много. Таких вот здесь вот есть, вот видно. Потом. Вот здесь вот пустой невызревший орех. Не могу сказать, чем это связано, но вот как факт есть. Там вот связка орехов, и они начинают уже созревать. Здесь тоже вот какой-то гибрид. Ссылку оставлю сейчас вот на видео, продемонстрирую. Видите название. Вот они, о чем я говорю. Орешки, но уже не вызревшие. Почернели, сгниют. Ну, сгнили как бы уже, засохли. Вот, 22 сентября. Грецкий орех активно начал созревать. Околоплодники орехов начинают трескаться и отдавать нам орешки. Вот такие вот. Уже практически. Ну сколько тут? Ну это со всего дерева. Это предыдущий урожай. Его сейчас я начал собирать. В принципе, они практически все одновременно начинают отдавать дружно, то есть в одно время, ну, в течение двух, наверное, трех дней примерно. Это предполагаю, что все, основная часть отдаст урожай, то есть это вот конец сентября получается. Мы посмотрим здесь снизу, нижняя часть тоже уже вот-вот, буквально день-два максимум. Здесь тоже, скорее всего, к вечеру. Там, ну, в принципе, все так. Здесь пока еще нет. Вон там орешек видно вдалеке. Поближе покажу. Вот он. Тоже уже открывается. И таких много. Второй орех. Название сорта будет сейчас внизу. Поставлю. Тоже начал созревать. Сейчас я вам покажу. Здесь вот
Это веточки. Вот это веточка. Нет, это веточка. Веточка. Вот она, веточка. Вот они начали уже лопаться. Вот уже вот, касаясь, уже отваливаются самостоятельно. Даже не держатся на ветке. Все здесь. Здесь тоже он тоже трескается. А сейчас 23 сентября. Сегодня 2020 года. То есть, в принципе, вот 20-х числов орех начинает уже давать урожай, раскрываться. Там тоже есть орешки. Здесь тоже они уже трескаются. Некоторые здесь вот тоже. Буквально еще несколько дней, и они все будут. Уже, но здесь еще нет. Все раскроются, околоплодники. Здесь стоит. Дерево достаточно большой прирост в этом году дало. Здесь много новых, больших. Пошло расти вверх. То есть пустообразная форма. Еще и подрезать, если следующий. Весной, то уже, я думаю, что можно будет сформировать дерево. Вот я собрал с этого дерева небольшое количество здесь. Вот эти вот упавшие. Вот хочу показать, как вот, вот он начал трескаться, и околоплодник очень легко удаляется от ореха. Раскрывается вот так вот. И достается чистенький орешек оттуда. Такой красивый. Здесь тоже вот он. Нажимаешь, открываешь. Вот он чистенький, красивенький орешек. Это тоже вот он. Открыл, все. Вот они готовы. Вот на красота. Вот это вот. Пока первый, скажем так, сбор. Вот какой красавец. Так и просится уже выпасть. Здесь грозди три штучки. Здесь вот есть гроздь большая. Здесь грозди 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8. Здесь 2. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.